мудрости. Значит, давай начнем с твоей основной проблемы. Скажи, что тебя беспокоит больше всего? У меня такая проблема, что когда стресс какой-то в жизни происходит, я реагирую смехом. То есть прям взрывной смех. Все вокруг думают, что я дебил, но на самом деле это какая-то нервоз или паничка. Я не понимаю, я не знаю, как от этого избавиться. Это очень сильно глушит меня в развитии. Ну, в развитии этого окружения своего. Это ответная реакция твоего организма. То есть твой мозг уже заранее знает то, что эта проблема, она вообще не является никакой проблемой. И ты ее решишь. Ну, во-первых, многие думают, что я на ставках играю, но это не так. Я когда кредит взял, я просто вложил его в другой бизнес. Но кредит я точно на ставках проиграл. Нет, ну бизнес там, я вкладывал в бизнес его. Жена почему-то подумала, что на ставках проиграл, шеф мой подумал, что я на ставках проиграл. А на самом деле я в бизнес вкладывал. Я купил бронежилеты, чтобы продавать их. И, в общем, один крутой чувак сказал, что я у тебя их все куплю, если ты на себя их наденешь, я в тебя выстрелю, если ты выживешь, то возьму. То, в общем, так все произошло, только он не купил, кинул меня и броники увез. Где-то я уже это слышала. Да потому что этот фильм снят 4 года назад про эту историю, которая у меня 2 года назад случилась, и поэтому уже слухи распространяются вот как бы из-за этого. Ты ведь понимаешь то, что ты успешнее своего шефа, умнее? Ты визуализируешь яхты, спорткары? Ну, конечно, я часто представляю это, да. Крутые дома, виллы и так далее, да? Твой все ебал. Что? Ничего. Ничего страшного с тобой не происходит. Делайте аффирмации, мои практики, визуализируйте, и все. Но вы точно психолог? Да. С вас $3000. Почему 3000? Мы же договаривались на 500. Ну а хули? Эти деньги вполне могли бы обеспечить на целый год некоторые регионы, а в итоге оказались на счетах королевы марафонов. В России антигероя недели Елена Блиновская, блогер и коуч. В четверг утром она попыталась уехать из страны, но четко сработали правоохранители, за что же задержали королеву платных мотивационных марафонов, попыталась понять наш обозреватель Анна Бажайкина. Красивая она нет. А за времена, да, раньше были, а? Не, шутки настоящие. Пять минут, это много и немало. Зая, люблю праздники. Кстати, Зай, о праздниках. Закрой глаза. Куда что ездить? Открывай, Зай. А? Зацени. Смотри, фирмач. Балентяга, Зай. Валян. Ты на Лене смотри, это как Г читай просто. Балентяга. Да ты по мере, что ты смотришь? Я же не на помойке нашел. Ну, не на то, что на помойке, точно. Там рядом. Это не то, что она чистая, глянь. Точно? Мощная, смотри. Что, распродажа была от каких-то господ. Ну, смотри. Чем госпожа? Смотри, какая нарядная там. Теплая. Очки тебе. О, кстати, по поводу фильма, я хотел сказать. Смотришь ты вот эти свои Зита и Гита. Вот посмотри, какой старый фильм. А? Такой вот они. Воргунов, Вицин, Никулин. Получше 150 раз будет, чем Зита, Гита, эти индусы. Ну хоть индусы вообще. Мне нравятся индийские фильмы. А мне нравишься ты. И нравится Моргунов с Вициным. Какой романтики. Загналась на них. Ладно, Зай, пойду перекурю. Где моя шапка? Не знаю, где-то здесь. А твоя шапка, Зай? Ну, снимай, жарко ж уже, миленькая моя. Ничего, скоро последний курсик мы с тобой доделаем, все будет хорошо. Ай, совсем горячая. Ладно, горячая кровь моя, пошел я.
прогуляюсь, прикурю быстренько. Вот это да. Вот это моя шапочка-то намощена. Ху-ху, блядь, за ВДВ, блядь. Зая, я у тебя самый красивый. Сейчас самый красивый. Пошел я, короче. Привет, о, Михаил здорово, Валерьевич. Серёж, как ты, дорогой? Ну, как обещал. У меня все в таблице записано, твоя двадцатка. Да, сколько? Две тонны получилось. Не в деньгах счастье, Миша. Дорогой так, ты мой. Какие планы? Новогодние праздники прошли, Михаил Валерьевич. Только лох не обойдет все помоечки. Пойдем. Время приключений. Глянь, ваш дом будет расселен. Скоро до нас с женой доберется. Пора суету наводить. Пойдем. Сейчас будет такой движ радикальный. Леденец. О, охуенно вкусно. Ты что, импортозамещение? Ты вот мне скажи. Что было бы, если бы у тебя был бы 1 миллион рублей? Что бы ты сделал? Серунь, если бы был 1 000 000 рублей, я бы купил машину с кузовом и собирал бы металл, ездил. Или положил бы на книжку под проценты, ну, на счет. А если бы у тебя 100 миллионов рублей было бы? 100 миллионов? Mm. Ну, тогда бы КамАЗ 2. КамАЗ. И собирал бы металл. Ты балбес, нет, Михаил Олегович. Да. То есть тебе в голову больше ничего не приходит, да? Никаких идей. Ну что, давай нашими идеями займемся. Зацени что-то.
Зацени, какая хуйня. Что, новый? Новый, ёптый. Глянь, ну только один. Да? Что, новый? Новый? Ну, пойдем. Нахуй нам один? Сейчас берем? На второй помойке второй найдем. Может, да, найдем. Да. Там мелочи. А помидоры ты, блядь, глянь. Усы притер. Семёныч, привет! Здорово! Совсем старый стал, вообще ничего не слышишь, ничего. Са, ты смотри, Саня, парень! Ну, охуенно, сегодня в баню пойдем, париться будем. Бля! Аля, Луи Виттон, ёпта! Ну, Луи Виттон, блядь! Короче, ты слышал это о биткоине? Биткоин? Какой биткоин? Криптовалюта. Ты чё, мощь? Слушай. Это же виртуальное все. Ты на это хоть батон хлеба купить сможешь? Зачем батон? Ты прикольный такой, Михаил Валерьевич. Слышь, ты что, вообще не сечешь? Класс же. Ты наркоман? Нет. Алкоголик? Нет. Ну что, встали, пойдем туда. Стоим, смотрим, как два топлива плющики. А ты в курсе, если говоря современным языком, мы не добываем вещи с помойки, а майним? Сечешь? Сереж. А? Если ты такой умный, почему ты бедный такой? Ха, ты серьезно? Я тебе что, я такие вещи простые объяснять должен? Я не бедный, я богатый. Я 2 дня буду проводить со своей любимой супругой, со своей семьей. А для меня это самое большое богатство. Открывай. А ты сам чем-нибудь займись интересным. Например, продолжай майнить. И тебя ждет интересное будущее. Даю тебе слово. Да говорю, не ставь ты этот таз сюда. Ты понимаешь, Тютнин 100 раз сказал. Как ей еще объяснить? Круги остаются. Я заколебался уже перемывать. Зай, знаешь, что я думаю? Может, что поменяем? Вот не столько спокойно, потому что смотри. Вот мы с Мишаней немножко денег подняли. Метальчик там сдали. Вот, хорошо, 20 тысяч у меня есть. Давай переедем хотя бы, ну, в панелечку. Серунь, такие квартиры уже не строят. Давай. Имперская, имперская. Бабушка хорошо тебе скрипты прописала, качественно, четко. Скрипты? Ну, установки. Ну, в голове, которые. Это очень какие-то модные слова. Дед начитался-то их. У себя там на балконе опять. Ладно, ну что, не газуй. Серунь, прекращай ты это уже читать. Это самое. Вы на выходные опять поедете, да? Ну, да. Денежки-то нужны. Видишь, мы 20-ку с Мишаней нарубили в этот раз. А как вы на свалке на своей там ночуете? Там же, ну, холодно, да? Ну, мы же инженеры. Мы как-никак палатку соорудили. Зайчик, все будет хорошо. Мы знаем, как все делать. Все будет хорошо. Я же хочу просто помочь тебе. Ну, и себе. Уж поютненько у нас все было. Как-то по-доброму. Такой у меня хороший. Да, да. Пам кофейку попил. Кто приперся там? Вот он, Саня! Ха, привет! Серёня! Здорово, Саня! Чё хотел? Дай штукарь до завтра. Опять стартап? Саня, денег нет. Я ж видел, сколько вы сдали металла. Саня, все в крипте. Аривидерчи. Оригинальная, походу. Малыш, не можешь мне постирать белую футболочку? Глянь, какая я нашел только. Крутая? Красивая? Так она не белая, грязная. Так я тебе даю, постираю ее, она будет... Ну и куда ты собрался? На парад? Да, на парад. А ты ж белое, желтое, это нормально стирать? Ну кидай, ладно, сейчас. Как у нас это здесь хорошее. Здесь. Ну, сейчас подождем. Ну, ладно, возьмем. Здесь. Батя, здорово! Бля, сейчас стоит.
пришел, ты как всегда лепишь из говна конфетку. Да ладно, ладно, что ты, как? Да я это ничего, твои как ждал, сдаем. Сдаю, мощно, мощно. Да вот жена твоя заходила, покушать принесла. Да? Да. Молодец какая, умница. Жена, жена. Ты с Мишей по свалкам в выходные шаритесь где-то, металл сдаете, да? Ну да, сдаем, и чё? Да так, ничего, только Миша потом зашел. Где вы выходной с женой бываете? Не знаю. И это туда же. Жена. Пап, тебе какая разница? Вот лично тебе какая разница? Куда она, да не, ну мне это все равно. Но вот что где опять вы? За какие-то допросы, какие-то абьюзивные нет. Отношения? Пап, я за тебя по психологам хожу. Пап, я тебя люблю. Пойдем, все. Ну, ну пап, не душни. Где вот ты? Где ты где? Бываешь? Где? Скажи мне. Там, где я бываю? Где? Там. Хлам опять он бросал. Потом все. По новостям говорят, что дачи скрываются. Потом ты приходишь с деньгами. Может, ты дачи скрываешь? Да, а? Пап. И вообще, я олигарх, филантроп, меценат. У меня да. Денег до хера. Не пизди-ка ты. Не пизди. Пап, что ну ты? Что ты начинаешь? Пап, что ты не живешь в той квартире, которую я тебе подарил? Ну, в чем проблема? Мне здесь удобнее жить и привычнее. В дворе там у вас вообще... Поговорить даже не с кем. А здесь вот соседи по гаражу. И проиграл я свою квартиру, проиграл. А чужая мне квартира не нужна. Пап, в смысле чужая это моя квартира? В смысле давно ли я тебе стал чужим? Во-первых, ты не проиграл, ну, а выиграл, тебе просто буки не заплатили. Но за это я отомщу. Не заплатили, результат один, квартиры нету. Пап, не выдумывай, у тебя не сын, а золото. Че, причащаешься? А чем тебе молодежь-то не угодила? Молодежь? Ну а что молодежь? Они только сидят в своих телефонах, поговорить не с кем. А уж про детей и говорить не хочу. Полные дебилы. Одевают маски какие-то, кошки. Кусают нас, стариков. И пожаловаться не на кого на них. Мы раньше играли в лапту, казаки-разбойники. Да хотя бы и войнушки всякие. А они что делают? Ну, каждый делает то, что хочешь. В чем проблема-то? Ты вон в гараже живешь, тебе нравится. Да, мне вот лучше здесь жить, чем. Пусть каждый живет там, где хочет. Вот я тоже вон живу. То там, то там. Ты даже не спросишь, где там, то там. Да. Ой, бать, ладно. Ехать мне надо. Серунь, я на работу. Давай. Иди зай. Тут свои вещи повесь. Футболку свою, тут кофту. Давай. Только она порвалась. Она очень сильно порвалась, я ее выбрасываю. Не надо ничего выбрасывать, ты что гонишь? Зайчик, не надо выбрасывать. Ну моя... ты посмотри. Это моя рабочая, ты что? Я ее сейчас высушу и как раз на 2 дня в ней поеду. Да ты новую себе найдешь. Ну, да нахрена, я ее все равно под низ одеваю. Завтра я ее как раз заберу, высохнет. Все, давай вторую, успокойся. Это же, блядь, холод какой собачий. Холод собачий, нахуй. Это же, блядь, холод собачий. Прищепочки, нахуй. Прищепочки мощные. Завтра в Дубае буду. Olympic Airways regret to announce the delay of flight 4022 to Athens due to depart at 13:45. To Paris, please go to gate 23.
Какая классная футболка. Что за бренд? Это? Да. На помойке нашел. Да ладно, Зай, не гони. Серьезно? Ты как обычно прибедняешься. Серьезно? Нашел на помойке. Ладно, это не смешно. Там таких дохера.